Здесь одно очень выражение оскорбительно плохое. Мерзопакостная война. Я уже почти 2 месяца с лишним, ночью очень поздно засыпаю, потому что у меня такое ощущение, цикл у меня появится, что если я засну, там что-то плохое случится с украинцами. Все смотрю, все слушаю. И Украина перестроит мышление Европы и Запада о фашизме. Я так думаю, это мое личное мнение. Я так думаю. Это геноцид, это здесь двух мнений нет. Просто россияне об этом, те, которые знают, они не хотят знать. А те, которые не знают, они верят, что он освобождает Украину от нацизма. Это чистой воды геноцид. И это все очень плохо кончится для России. Очень плохо. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что он свою страну погубил. Путин, который очень большой поклонник Сталина, я думаю, что Гитлера тоже. И финал будет очень плохой, очень тяжелый. А какой тяжелый финал вы можете предсказать? Я читаю у разных мыслителей, экспертов и аналитиков, что Россия сейчас под угрозой фактически развала как государство. Не, то, что развал начался обязательно и развалится Россия, я об этом говорил почти 1.5 года тому назад. Сейчас эти регионы все российские, только об этом думают, понимаете? Когда они смогут выйти из этой ситуации, уйти. Я как-то встречался с казахскими татарами. Это довольно многочисленный народ. И они сказали 3 слова. Мы очень любим свою родину. Будет государство Москва, московское государство, Матюсенькое, которое уже даже на Грузию не сможет напасть. Я так думаю. Почему вы чувствуете так, что регионы хотят отделиться, что есть угроза развала страны? Я, например, очень мало информации получаю о том, я не понимаю, какие настроения до конца, потому что нет ни социологии, ни цифр достоверных. Мы не можем быть уверены ни в каких рейтингах, ни в чем. Я очень чувствительный человек. Призывники гибнут, понимаете, которые не умеют воевать. Все продано там, что связано с войной, завоеванием. Воюют с старейшим оружием. Не имеет значения. Уже тоннаж бомб. Я знаю, что я думаю, что Путин понимает, что он проигрывает войну.